краевом центре из-за неадекватного поведения пассажира был задержан вылет самолета авиакомпании «Якутия», следовавшего в Мирный. 48-летний мужчина, находясь на борту воздушного судна, устроил дебош, во время которого непрозрачно намекнул, что скоро тут все взорвется. Экипаж транслировал слова нетрезвого трудового мигранта на вышку, и вскоре у борта появились полицейские. Они задержали пьяного фигуранта, а пассажиров попросили покинуть свои места. Багаж был выгружен, самолет подвергся проверке. Салон и вещи осмотрели взрывотехник и кинолог. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Клиенты авиакомпании вскоре снова заняли свои места, а вот подозреваемому пришлось остаться. Трезвеющий на глазах приезжий объяснял следователю, что у него просто не выдержали нервы. В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за длительной задержки рейса был крайне возмущен и поэтому сообщил о взрыве самолета. Как выяснилось, трудовой мигрант опаздывал на новую работу в Якутии. Уволившись с работы в Хабаровске, он нашел место на севере. Однако рейс, с которым срочно должен был вылетать мужчина, первый раз отложили на сутки. Когда же он пришел на посадку, пассажирам сказали, что борт уйдет в рейс с задержкой по погодным условиям в аэропорту назначения. Именно это известие и вывело уроженца Средней Азии из равновесия. Полицейские ведут проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По такому обвинению выпившему бутылку водки грозит до 5 лет колонии. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Уферов.